показалось или нет? И все-таки нет. Вторые сутки калининградцы спорят в интернете, из чего же сделаны фонарные столбы на новом мосту. Гадать долго не пришлось, подсказали в комментариях. Это цветочные горшки. Такой необычный дизайнерский подход уже прокомментировали власти. Местные жители тем временем снимают разоблачительное видео и ждут подробных объяснений, почему на мосту за 1 миллиард рублей установили пластиковые горшки и, главное, зачем. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.